В книге 28-го года «Дом Льва Николаевича Толстого в Хамовниках», написанный Вениамином Федоровичем Булгаковым, читаем. В зале на втором этаже у правой стены стоит небольшой беккеровский рояль. Сейчас это, по сути, антикварная марка струнных инструментов, а во времена Толстого фирма «Беккер» была очень популярна в России. Например, Николай Андреевич Римский-Корсаков, знаменитый композитор, играл только на роялях «Беккер». Фабрика по производству пианино и роялей располагалась как раз в столице Российской империи, в Санкт-Петербурге. Яков Беккер, Яков Давыдович, как звали его в России, родился в 1811 году в Германии, а умер в 1879 году в Петербурге. Фортепианный мастер, изобретатель, мыслитель, инноватор, как сказали бы мы сейчас, он основал фабрику по производству музыкальных инструментов. Беккер был первым, кто внедрил американские и европейские технологии фортепианостроения в России, а также адаптировал заокеанскую систему поперечного наложения струн. Изначально его фабрика представляла собой скромную мастерскую, которая выпускала всего-то 20 инструментов. Ну а в доме Толстых в Хамовниках часто устраивались музыкальные вечера, на которых была, наверное, вся музыкальная Москва и вся художественная элита Российской империи. Толстой занимался музыкой всю жизнь, особенно интенсивно в 1870-е годы. Тогда же он пробовал сочинять произведения. И вот что удивительно, эти произведения нравились Льву Николаевичу и в зрелом возрасте. Толстой любил музыку самозабвенно. Необычайно тонко ее чувствовал. Он обладал не только музыкальностью, но и очень хорошим вкусом. Как говорил его друг и последователь, знаменитый в будущем композитор Александр Борисович Гальденвейзер, нравилось ему всегда действительно самое лучшее и никогда плохое. Из записок Александра Гальденвейзера мы знаем, что Толстой любил музыку с определенно выраженным ритмом, мелодически ясную, веселую и полную страстного возбуждения. Музыка ноющая, грустная, мало его трогала. Толстому нравился Рахманинов, Чайковский, Оренский, Глинка. Ну, а любимым композитором Толстого был Фредерик Шопен. Несмотря на то, что у Фредерика Шопена немало печальных мелодий. Толстой говорил, что Шопен в музыке – это то, что Пушкин в поэзии. И Гальденвейзер, и молодой, начинающий в то время пианист Константин Игумнов переиграли у Толстых практически все камерные произведения Фредерика Шопена. Но вернемся к толстовскому роялю. Он все так же стоит на втором этаже в доме писателя в Хамовниках. И помнит, что здесь бывали разные музыканты. Скрябин, Ипполитов Иванов, Зелотти, Римский-Корсаков и многие-многие другие. Вы и сами можете увидеть и дом, и рояль, и почувствовать атмосферу, царившую в московской усадьбе семейства Толстых в Хамовниках. Адрес прежний. Улица Льва Толстого, 21.